Спасибо большое, гладите, спасибо. Спасибо. Помощники растут. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы поняли? Положите, потом разложите. Спасибо большое за помощь. Спасибо большое. Да не надо. Пришли помочь, не надо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо. А как же? Вы же постоянно помогаете. Спасибо большое. Спасибо. Ага, до свидания. Потом разложим все. Да, конечно, уже видела, что-то надо. Оля, ребенок пришел помогать. Здравствуйте. Скажи нам что-нибудь. Ты пришел собачкам помогать? А? Молодец. Застеснялся, да? Спасибо большое. Так, вот мы стали на немецком. Здравствуйте. Так, ну рассказывай. Ты нам помощь принесла? Да, ну, расскажи. Пришла собачкам помочь? Да. Молодец. Умничка. Спасибо большое. Спасибо. Приезжайте к нам в гости всей семьей. Нам и мужская помощь нужна. Спасибо большое, Дима. Видите, пожалуйста, хорошие щенки, они 2 недели вот дома были. Мы их и лапки мыли, и так вот самого, конечно, я побоялась мыть, мало ли чего. А так вот лапки все это, и за ними ходили, и пеленки стелили, они уже почти все на пеленках ходят. Как бы за 2 недели мы их уже немножечко вот адаптировали. Там. С детьми очень хорошо, вот с девочками, я ее натычку, и не могу же ее прям вот так делить. Спасибо. Вот какой помощник. Да. Молодец. Молодец. Хорошо, молодец. Ну что ж, оставила Юлю на 5 минут. Ушла. Юля уже приобрела щенков. Но правда через 5 минут их пристраила. Ну что, оформим сейчас документы. И 2 девчонки поедут домой. Здравствуйте, сегодня прям у нас хороший день. Не полная машина, но есть, дети приходят.
Молодцы, дети. Скажите нам что-нибудь. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Здравствуйте. А? Второй. Конечно, щеночка всегда можно, смотрите. Это мальчик? Это мальчик. Рыжая девочка. Пойдем, рыжая. Вон она. Приезжайте. Что, что вас остановило? Боитесь, вы едете не одна, да? Ну, это хорошо. Ну так одной собаке скучно, надо вторую срочно. А, ну так в дом надо тогда. Мы вам маленького подберем, который вырастет. Приезжайте.